Традиционно выставка собирает в себе произведения искусства самых разноплановых творческих людей, а конкретнее педагогов-художников. Произведения, представленные на выставке, выполнены в самых различных техниках и жанрах. Станковая и декоративная живопись, графика, вышивка и бисероплетение, керамика и роспись по дереву, кружево, батик – и это далеко не все. В этом году мы видим очень большое количество живописных произведений. Но среди представителей декоративно-прикладного искусства хочется выделить и яркие платки, и бисерные прекрасные украшения. А наш постоянный участник, гончар Александр Русяев, в этом году представил оригинальные по технике исполнения керамические изделия. А в экспозиции собраны 79 работ 24 авторов. Каждое произведение уникально. Выставка – отличный стимул к творчеству для будущих педагогов-художников. Мы, педагоги-художники, это люди, которые не только учим детей, студентов, но и сами творчески работаем. И одним из стимулов является то, что каждый педагог знает, что в феврале месяце мы будем открывать выставку. И на эту выставку нужно представить новые работы. И вот это нас как-то подстегивает. Потому что педагогический труд, он очень сложный. И для творчества, в принципе, времени остается мало. Посетить выставку лично и своими глазами, оценить труд педагогов-художников может любой желающий. Экспозиция будет работать с 25 февраля по 20 марта. Ирина Суконкина, Александр Овчинников, «Народные новости».